Всем привет, с вами B16 и это DevBlock 64.1. В нем разработчики добавили карьер, такую вот большую громадину. Служит он для добычи ресурсов. Каких? Зависит от того, какие ресурсы есть в том месте, куда мы его поставим. Для его постройки требуется достаточно много ресурсов, 10 тысяч дерева, 1750 металлических фрагментов, 500 единиц ткани. Для того, чтобы понять, какие ресурсы где находятся, нужна специальная взрывчатка. Она стоит 30 единиц пороха, 5 единиц ткани, 10 единиц металлических фрагментов. Итак, попробуем поставить в долине. Допустим, вот здесь. Ставим и смотрим. Ничего нет. Идем дальше. Тоже ничего нет. А вот тут уже есть камень и что-то еще. О, сульфур. Давайте поставим здесь. Вот такая вот громадина. Стоит дорого, а вот добывает не очень много. Для того, чтобы она заработала, ее нужно накачать топливом. Топливом низкого качества. Итак, у нас есть топливо низкого качества. Подходим к этим бочкам. Открываем их. И закидываем топливо. Закинули топливо. Поднимаемся наверх, включаем. Пошла добыча. Но это еще не все. Все добытые ресурсы будут складываться в определенный резервуар. В данном случае вот эта вот емкость. Сульфур, камень. Минус этого карьера в том, что вокруг него особо ничего не построишь. Защитить его весьма сложно. Поэтому либо караулить с автоматом, либо включать только тогда, когда вы находитесь на сервере. Оставлять без присмотра не стоит. На самом деле можно его застроить, но это затратно. То есть... Вот такое расстояние, то есть периметр получается очень большим, и ресурсов на окружение уйдет очень много. Если они есть, вперед, застраиваем, делаем саркофаг, включаем добычу. Ну, весьма медленно добывает, а топливо жрет хорошо. Ну вот. Теперь клочья жира нашли свое применение. Раньше ткань нужна была для одежды, для сишек, ну еще по мелочи для чего-нибудь. Сейчас она нужна для топлива. Очень много топлива надо. Такой вот агрегатик. Вроде и полезен, а с другой стороны не очень эффективен. Проще, конечно, надо таскать камня самому, то есть взять кирку и пойти добыть. Будет намного быстрее и намного больше ресурсов. На этом все. Добывайте, играйте, рейдите. С вами был B16. Удачи!